потому что армянский фактор, действительно армянская независимость, это смертельная перспектива для российского режима, просто смертельная. Россия всегда воспринимала армян и армянский фактор как затаенную угрозу для своего самодержавного куража, для своих колониальных устремлений. И это всегда было очевидно, начиная еще с царских времен, затем более выпукло это было видно после большевистского переворота в России. Ну, а в настоящий период, который мы можем условно назвать периодом путинизма, это просто уже не скрываемо. Это не скрываемо. Потому что те предательские решения, то откровенное унижение со стороны России нас, кого она объявила своим стратегическим союзником номер один во всем регионе, это просто не поддается никаким объяснениям и никаким формулировкам.